И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Есть пространство перед ним. И вот он гол. Работает прессинг. Они заставили соперника ошибиться. Им это удалось. Отлично сработано. Есть вариант для паса на ход у Мертенса. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. И что это? Гол! Мне кажется, забить в такой ситуации проще парень. Доходит до него. Эриксен. Кристиан Эриксен забивает. Отлично у него получилось решить этот момент. Ибрагимович, решает. Отлично он играет на перехвате. И забивают они благодаря своему высокому прессингу. Не смогла оборона справиться с таким давлением. Подарили они возможность для гола. И вот он. Алло. А это Ибрагимович. Это момент. Гол! Резкий, короткий удар, не берущийся и точный. Вот так пас, Эриксен. Великолепная передача. Гол Ибрагимовича. Молодец, Златан. Здорово было сыграно. Реализует пенальти. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим.